Одной из основных задач работодателя является создание безопасных условий труда, исходя из комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего места, а также из оценки факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к нанесению вреда здоровью работников. Трудовой кодекс обязывает работодателя не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения безопасным методам и приема выполнения работ и проверки знания требований охраны труда. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных или опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков программа «Б», проводится в отношении работников, у которых установлены вредные условия труда и присутствуют опасности на рабочих местах, требующие обучения дополнительным мерам безопасности. В соответствии с требованиями правил обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации номер 2464, обучению по программе «Б» подлежат следующие категории работников: руководители структурных подразделений организации и их заместители, руководители структурных подразделений филиала и их заместители, работники организации, отнесенные к категории специалисты, специалисты по охране труда, работники рабочих профессий, члены комиссии по проверке знаний требований охраны труда, лица, проводящие инструктажи по охране труда и обучение требованиям охраны труда, члены комитетов комиссии по охране труда, уполномоченные доверенные лица по охране труда профессиональных союзов. Из курса вы узнаете классификацию опасности и сможете идентифицировать вредные и опасные производственные факторы на рабочем месте. Поймете, как оценивать уровень профессионального риска, идентифицированных опасностей и освоите меры защиты от воздействия вредных и опасных факторов. Программа «Б» включает обучение безопасным способам выполнения работ, а также разработки мероприятий по снижению уровня профессиональных рисков для своей организации.